Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня приготовим три совершенно простых, но очень вкусных блюда из куриной печени. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Основа всех трех блюд – куриная печень. Конечно, сначала ее надо помыть. Теперь нарезаю на небольшие кусочки и буду обжаривать в растительном масле. Как только печень поменяет цвет, добавляю мелко порезанный репчатый лук. Можно добавить еще немного масла и обжарить печень до готовности. Печень готова, и теперь надо добавить приправы. Конечно, вы можете добавить все по собственному вкусу. Я добавляю черный молотый перец, соль, немного карри, сушеный базилик и тимьян. Все перемешиваю, и основа из куриной печени для трех блюд готова. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новых рецептов. Рецепт номер один. Сначала надо замариновать лук. Я его мелко нарезаю, добавляю соль, сахар, уксус, заливаю кипятком и оставлю минут на 5-10. А пока нарежу мелко зелень и маленькими кубиками редис. Теперь обжаренную печень выкладываю в миску, добавляя консервированную красную фасоль в собственном соку. Конечно, можно отварить и самим. Сюда же добавляю редис и маринованный лук. Воду с лука, конечно, надо слить. Ну а теперь добавляю ложку сметаны и ложку майонеза и перемешиваю весь салат. Выкладываю салат на блюдо и посыпаю зеленью. Очень просто, быстро и вкусно. Такой салат подходит как для ужина, так и для праздничного стола. Рецепт номер два. Обжаренную печень выкладываю в миску и добавляю мелко порезанные маринованные огурчики. Еще добавляю морковь по-корейски и пару ложек майонеза. Все перемешиваю, и салат готов. Конечно же, салат надо украсить зеленью и подавать на стол. Всего три ингредиента, а получается очень и очень вкусно. Рецепт номер три. Нарезаю средними кусочками томат и добавляю к салатным листьям. Возьмите смесь салатных листьев на ваш вкус. Сюда же добавляю жареную куриную печень и жареные шампиньоны. Теперь немного сока лимона и перемешиваю. При желании можно добавить растительное масло. Друзья, а что вы готовите из куриной печени? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Друзья, три рецепта с куриной печенью к вашему столу. Совершенно простые, но очень вкусные, питательные и полезные. Благодарим вас за подписку, лайк и комментарии.